Привет. Так, я когда-то говорил, что я из анчоуса, который я приготовил сам и купил в магазине, будет приготовлена пицца. Готовил, если там не я и буду только пробовать. Так, вот так пицца выглядит. Вот это у нас покупной точно кусочек с покупным анчоусом. А вот это точно с тем, который делал я. Так, попробуем. Вообще пиццу с анчоусом первый раз пробую тоже. Странный вкус, на самом деле. В любом случае, она довольно соленая. Здесь все-таки покупная анчоус, он более такой, имеет вкус необычный, не рыбный. Здесь все-таки более рыбный вкус. Действительно, вот как будто сделано просто с, не знаю, с хамсой какой-то. Ну, в принципе, там хамса есть, на самом деле. Но вот этот вкус более ближе к пиццерийному, наверное, потому что этот, ну, этот пиво пойдет. В целом необычно, в целом познавательно, опять же, вот каперсы, которые вот мы уже как-то разбрали, у нас не зашли. Вот я решил, что сейчас, может быть, с анчоусами они зайдут. Еще раз откушу. Это, конечно, вкуснее. Другой вкус. Здесь больше рыбный. Этот не столько рыбный, сколько вот, какой-то другой. Но, в принципе, пицца с анчоусами, так скажем так, на любителя. Под пивасик зайдет. Вот как-то так. Вот такой вот дегустация получилась. Ну, пока все.